саженцы и рассада лилии азиатской канис хорошо подойдут для выращивания в многоярусных дизайнерских композициях. Высота растения до 110 см, цветки кремовые с редкими темными вкраплениями и крупными коричневыми тычинками диаметром 16 см. Зацветают в середине июня, июля. Хорошо растут в проветриваемых солнечных местах, в полутени, на рыхлой кислой песчано-глинистой почве. На зиму можно оставлять без укрытия, но следует мульчировать торфом или сухими листьями. Сорт используют для озеленения, придания свежести цветовой гамме сада, выращивают на срезку. Лилия азиатская канис – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.